Sărbătorile de iarnă prilej de coeziune și integrare socială. În jur de 20 de femei refugiate acum 2 ani în raionul Căușeni au participat în cadrul unei activități festive menite să celebreze diversitatea culturală și să marcheze începutul sărbătorilor de iarnă. Сегодня я в образе такой египетской принцессы, возможно, даже немножко поход идет на Клеопатру. Мы выбрали жизнь. Мы находимся здесь уже на территории Молдовы. Спасибо местным, они нас прекрасно приняли. И библиотека для интеграции нас, для социализации нас с местным населением проводит очень часто какие-нибудь мероприятия небольшие для нас. Сегодня, вот, например, у нас карнавал. Хочется мозгу дать немножко отдохнуть. Спасибо вот библиотеке, Чидее и остальным ребятам за то, что они дают нам такую возможность, как говорится, немножко перезагрузиться. Evenimentul organizat la Biblioteca Raională Ion Ungureanu din Căușin s-a petrecut într-un cadru cald și prietenos, unde femeile refugiate și cele băștinașe s-au adunat pentru a împărtăși bucuria și tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă. Я хочу сказать, что это был прекрасный год. Всегда мы с вами встречались на кофе, а сейчас у нас уже интеллектуальный новогодний корпоратив. Я поменяю эту традицию. Давай так, один год в Каушанах, один год к ним домой. А то давай, в следующий раз к вам, у вас дома встречаемся. Немножко позитива, немножко хорошей энергии, немножко настроения. Согласилась, этого не хватает, реально. Огромное спасибо им. Настроение нужно создавать себе самому. Если ты не создашь его, тебе его не создаст никто. Конечно, что-то где-то как-то пытаюсь создать себе праздничное настроение. Тем более у меня скоро день рождения. Самое главное общение, знаете, то на работе, то кто-то с детьми, по делам, все. А тут как-то собираемся. Что-то обсуждаем, мы не только здесь собираемся, в Доме творчества собираемся. În cadrul festivităților, femeile au avut ocazia să-și aleagă ținute festive, să împărtășească povești și să participe la diverse activități culturale. Ну, знаете, с войной мы ж платье не забирали, правильно, у нас вот костюмы, но мы сочетание губы красные и красное с белым, поэтому мы очень рады, что нас пригласили, мы очень довольны, мы ждем этого праздника, и мы будем, надеемся и даже уверены, что все будет хорошо. Стала, смотрю на эту наряженную елку, которую год назад отвезла уже после Нового года домой и сейчас вернула обратно. Думала, что в этом году уже буду Новый год отмечать дома. Как-то так. Минуменский Екатерина, Сундин Николаев. Надеемся, что Новый год принесет что-то нам лучшую жизнь. Я постоянно думаю, постоянно даю себе очень минимальный промежуток времени, что еще вот месяц, еще месяц, еще месяц, еще месяц, и, к сожалению, уже почти 2 года. Грю пентру ной, да, шалуми тареги не принестишь, не горбим, не железк, не... Regizoarea Irina Odinobecova spune că sfârșitul fiecărui an este un prilej bun de a arunca lucrurile nedorite din casă, suflet și din viață. Я хочу очень пожелать женщинам в конце года, чтобы они избавляли свою жизнь от всего лишнего, выбрасывали хлам не только со своих шкафов и жизни, и просто смотрели в светлое будущее, были такие красивые, как я. Participantele au avut ocazia să facă un schimb de experiență și să împărtășească nevoile pe care le au. De câțiva ani încoace, deja încercăm maximal să facem o incluziune dintre 2 comunități, femeile din Republica Moldova și femeile care sunt deja din Republica Moldova, fiind impuse să plece de acasă, din Ucraina. Incluziunea este importantă, fiindcă femeile trebuie să se simtă protejate și pe un spațiu străin care, din cauza evenimentelor noastre, nu mai este străin, este ca acasă. Aici ele găsesc un număr de încredere, văd că femeile nu au nicio diferență și comunitatea se aseamănă prin tradiții, prin culinaria pe care o preparăm atunci când mergem de sărbători la cineva sau chiar la noi acasă. Asemenea, activități au loc cu regularitate la biblioteca din Căușeni. Acestea sunt menite să promoveze dialogul intercultural și să încurajeze schimbul de tradiții și experiențe. De la începutul războiului, cum au apărut doamnele ucrainene refugiate, biblioteca le-a întâmpinat cu multă căldură, le-am oferit diferite divertismente, diferite activități, instruiri, unde am avut instruiri în programul IT, Canva, Excel, ceea ce le-am deschis o cale pentru a se angaja în câmpul muncii în orașul Căușeni.
Pe lângă evenimentele festive, femeile refugiate din Ucraina au parte de programe de mentorat și susținere pentru integrarea mai eficientă în comunitățile locale. Evenimentul de astăzi este dedicat sărbătorilor de iarnă și avem atât femei din oraș Căușeni, cât și femei din Ucraina. Vom avea o activitate pe tonuri de sărbătoare. Avem și un dress code unde fiecare femeie cel puțin trebuie să aibă buzele cu ruj roșu, dar hainele roșii sau de sărbătoare sunt binevenite la acest eveniment. La eveniment au participat și reprezentanții ai mass media care le-au vorbit femeilor din Ucraina despre programele difuzate în limba ucraineană, special create pentru ele. Кто знает, что на ТВ Молдова 1 есть программа для украинцев? Не знаю. Не знаю. Да, сейчас объясню. Кто знает, кто слушает радио Молдова? Национальное публичное радио. Никто. Нет, ты. У меня в машине только это ловит. Я не слушаю. А в машине когда? Да. Второй вопрос. Кто знает, что на украинском есть? На радио тоже есть украинская часть программы. Тоже нет. То есть у нас уже эта украинская программа довольно-таки давно, где-то примерно 2 лет. То есть она уже у нас транслируется, есть программа, именно есть разные истории людей, именно украинцев, которые они сделали тут открыли какую-нибудь компанию, то есть занимаются чем-то именно для всех. Но на данном этапе у нас есть тоже в качестве одного проекта. Делаем и истории именно беженцев. То есть тоже те же люди, как и вы, которые приехали в Молдавию без ничего, и как-то они начали развивать себя, и как-то вошли в наш мир, наш молдавский мир, так скажем. Соответственно, мы делаем и для радио, и для ТВ. И тоже есть одна часть, где мы даем информацию, к примеру, как подать ребенка в садик, или информацию именно, которую вам не очень доступна, и если вы где-нибудь спросите эту информацию, вам скажут на молдавском языке. După momentul festiv desfășurat la Biblioteca Raională Ion Ungureanu, femeile și-au exprimat dorința de a continua acest schimb cultural și de a consolida legăturile create într-o perioadă atât de specială.